на канале «Россия-1» продолжается премьерный показ мелодрамы «Лимитчицы», в сюжете 11 и 12 серий, выход которых ожидается 7 марта, мы увидим, что Зоя не оставляет желания завести ребенка, она практически впадает в отчаяние. И чтобы понять, как действовать дальше, она идет за советом к своим подругам и даже к Маше. Немного подумав, Маша предлагает ей переехать в другой город вместе с Иваном, возможно, это сможет его спасти. Тем более, сейчас почти в каждом городе строят фабрики, и Иван точно сможет найти работу и встать на верный путь. Зое нравится такая идея, и она соглашается. А на новоселье она застает Ивана и Нину танцующими вместе. И после этого делает отчаянный шаг. 12 серия. Машу повышают на работе в должности. После этого те, с кем она раньше работала, не хотят общаться и выгоняют ее из подсобки. После этого Маша каждый раз ищет себе место, чтобы переодеться. Также новая должность не нравится и ее коллегам. Иван пытается объяснить Маше, как быть дальше, и для того, чтобы восстановиться, ей необходимо сделать все, чтобы коллеги вновь начали с ней общаться. В то же время у Зои припадки ревности, она буквально раздражается любым общением Ивана с любыми девушками, с Машей, Ниной и даже с продавщицей в шляпном магазине. Премьера новых серий состоится 7 марта на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.